Здравствуйте, товарищи, с вами Сет, это бюро. Продолжаем проходить. Да, мы прямо в логове, типа, у портала. Босси, я припрятал для вас патроны, вы знаете где. Одному из моих ребят плохо, он все время повторяет одно и то же и выглядит хреново. Мы нашли одну секретаршу, она пряталась в кабинет, и мы взяли ее с собой. Храбрая тёлка, уроды едва не добрались нас, наверное, до нас. В том бою погиб Робби. Вижу глотов. И где глот? Я ведь потратил на него патроны. Здесь все чисто. Уберите его от меня! Спасибо за помощь. Бля, зачем пришел сюда? Только патроны потратил. Все, не помогаем гражданским. Просто. Док, куда теперь? Уходим. Ну, я полагаю, вниз. Судя по всему, объект чужих где-то под плотиной. Спасибо, док. Вперед, летите, парни. Эти суки, идем вниз. У нас гости! Так. Ебать вы медленно. Укрыться! Понял вас, выдвигаюсь! Сдвигаюсь! Что бы сделать с ними, а? Блин, у меня мало обилок. Вон давайте они! Глота! Вонуть! Я на позиции! Граната, ложись! Черт! Ну вот. Мы тоже умеем пользоваться гранатами, как видите. Что-то я не понял, почему. Собрались! Выпускаю стимуляторы! Не, я не то вообще, не тем управлял. Отвлеките его огонь! Эй, я здесь, придурок! Цели уничтожены! Прям все? Ну да, это было несложно. Так, и чё, у меня новый левел. Размещать своего дрона. Вы можете вызвать дрон, который нападает на врагов сверху. Клёво. Бронированный дрон — превосходное средство поддержки. Он может подняться над укрытием и ударить по врагу сверху. Очень важная информация, ведь Картер, я в текстовом варианте не понял. Вы должны знать, вы чертовски хороший агент. Если кто-нибудь доживет до завтра, то только благодаря вам. Это что, панегирик? В каком-то смысле. У нас не будет другого шанса. Если мы не справимся, мы потеряем нашу планету. Значит, надо справиться. Мы уничтожим мозаику и разберемся с истоком. То есть захватим его браслетом. Исток нам нужен живым, чтобы по возвращении продолжить исследование. Не факт, что мы вернемся, док. Так. Единственное, что мне нужно, это увеличение патронов. Это факт, директор. Нормально. Так. Куча глотов. Врагов видите? Я нет. За мной, джентльмены. Отхожу для перегруппировки. Сука, что так шуметь? Это последний. Че это ты с пушкой тут? Смотри, я тебя чуть не пристрелил. Мудилка маленькая. С Уиллом что-то не то. В каком смысле не то? Посмотри на него. Загляни ему в глаза. Черт, я в порядке. Что это было? Ага, вот так. Отлично. С таким трудом сюда собрались. У нас гости! Луматизм же передается через воду. Слушай, заткнись, а. Ну да, а они по воде шляются. Сюда. Через стену. Да, и кто вообще разрешил здесь раскопки, как там сказали?
Я давно ищу тебя. Очень давно. Я не причинил тебе вреда. Ну, конечно. Сказать можно что угодно. Скажи еще, командир, я твой отец. А вы не слышали? Отлично. Похоже, боссу слышатся голоса. Эй, азиат. Вот и серые ублюдки. Они не дерутся, испугались. Это рабы. Похоже, бедолаг заставляли строить эти ворота. Так что, жалейте? Идем дальше. Сука. Если мы не окончим эту войну, сами окажемся здесь, раньше или позже. Я лучше сдохну, чем стану рабом. Сука! Откуда ты стреляешь? Отвлеки его внимание! Ну давай, тупая скотина! Цель уничтожена. Бургер! Бургер? Он перед смертью сказал бургер? Американец, что ли, бывший? Похоже на то. Так, и что, сюда мне, да? Вероятно, сюда. А, к Мстителю идем, да, 2 метра. Ну что впереди? Ну не в первый раз. Сражаемся с инопланетяшками. Занимайте позицию. Я пошел. Двигаюсь к точке. Так. Ну, собрались. Готов. Высота всегда неплохо. Да? Ты так считаешь? Поднимаю его. Отвлеките его. Эй, выходи! Давай драться! Контакт! Здесь все чисто. Суки с гранатами. Боже, мы под озером. Думаю, они бы не хотели, чтобы мы все это видели. Надеюсь, мы нашли его вовремя. Во. Если исток доберется до нас раньше, чем мы до него, это конец. Просто подошел, ткнул пальцем. Снять барьер. Без проблем. О, наши. Отлично, Картер. Прорвались. Получилось. Еще не все. X-com. Меня беспокоит следующий этап. Стойте, что это? Нет. Черт! Врата Вианна закрываются. Их отключили. Без паники. Картер. Система управления вратами где-то в том зале. Сейчас разберусь. Оу! Вперед! Мы почти на месте! Вернитесь. Я на месте. Фантомы. Так, давайте. В укрытие. Уже. Уже. Давайте, как в тот раз. Я на месте. Чтобы прям без палева все было. Я такой одного, короче, поднимаю. Поднимаю. Ты такой одного, короче. Отвлеките его. Призываешь. Я здесь, придурок. Ты нам увеличиваешь. Нет. Да блять. Враг атакует! Тупая система. Зачем они сделали то, что. Нам пора взбодриться! Вот и стимуляторы! Мышкой навожу. Так, ну и раз уж у меня появился свой собственный дроин. Размещаю дрон! Поразите его! На помощь! Так. Отвлеките его огонь! Эй, я здесь, придурок! Встречайте гостей, засранцы! Вот значит, что дроны делают. Я думал, что-то другое. Плазму, туда! Плазменное поле! Чёрт.
Нет, ты должен, блядь. Или чё, ладно, пошли к тебе тогда. Раз ты нашел способ атаковать их. Так. Отвлеки его внимание! Выходите и делитесь, ублюдки! Вали его! Занимаю высоту. Довольно хуёвый способ. Чисто, идем дальше. Я выбрал. Мы идем за тобой, Исток! Слышишь меня? Какой наш главный герой? Какой-то этот. Но вы поняли. Предвзятый, короче, Исток, то он же типа хороший. Ну, он так говорит, во всяком случае. Не вижу причин не верить ему. Приехали. Мы в самом сердце их мира. Боже мой. Он штампует... Потом посмотрим. Сначала надо победить. Отлично. Возвращайтесь на борт. Блядь. И покончим с этим. У нас гости! Иду на возвышенность. Ни на какую возвышенность ты не идешь. Давай за укрытие! Вас понял! Начинаю движение! Вас понял! Начинаю движение! Собрались! Поставьте щит туда! Так. Сейчас будет дрон-помощник! Глот в деле! Вверх! Так. Бей их! Надо все, короче, вообще. Плазменное поле! Щиты! Назад! Щит поднимается! Сейчас будет плазма! Дроны клечат! Мне нужна помощь! Отвлеките этого ублюдка! Ну давай, тупая скотина! Он вызывает подкрепление! Да кто... Бля, осторожно! Все кончилось, и щиты проебались. Ослабьте эту броню! Ты что за трупина, блядь? Сейчас, пока не прочухался! Дрон их лечит! Блять, ну они бесят, они не должны так подходить вплотную. Точно, хорошая идея. Я, блять, врагов не вижу, если честно. Так, ты. Поднажми! Мы тянем их! Отвлеките его огонь! Они наступают! Выходите и деритесь, ублюдки! Достали, гады! Берегись! Вверх и в сторону! Один есть! Разбежался, блядь. Тут нужен щит! Есть щит! Так. Отвлеки его внимание! Мы потеряли дрон! Нужен медик! Ну давай, тупая скотина! Мы пробили его цены! Навали! Почти прорвали! Все? Цели уничтожены! Ну и хорошо. Неплохо, Картер. Еще не все кончено. Ну, спасибо. А ты как будто сомневалась. Подождите, снайперский плазмер. Да, это именно то, что я хотел. Стреляет мощными плазменными снарядами, которые... Которые что делают?
Блять, а мою мне вернуть дробовик нельзя? Жопа. Ну ладно, давайте попробуем снайперскую винтовку. Сколько у нее в обойме? Как это? У меня стоит для лазерного оружия? Или он то, что плазменный считается? Если у меня увеличение в два раза, и тут в обойме всего три. Это что, там полтора патрона было по умолчанию? Или это другое оружие? То есть не считается как этот, как лазерное. Какой-то плазмер. Плазмер, блин. А второе оружие у меня дробовик. Зашибись. Ну, это сарказм, естественно. Никакого зашибись нет. Ух ты мой. Чё? Мы на их планете? Или мы под озером до сих пор? Почти что. Нас не видят. Пока. Но они будут искать нас. Лотер наведен на цель. Вижу цель. Все путем. Ввожу координаты. Короче, у него система маскировки, как у Нормандии, типа. То, что не засекают никакие радары. Все знают, что делать. Мы идем к центру. Да ну, 9 патронов всего. Вы что, издеваетесь, что ли? Не буду я этой хуйней пользоваться. Вот лазерный пистолет-пулемет. Вполне неплохая штука. Пока я не найду лазерный автомат. И устанавливаем бомбу Генриха. Верно. А я тем временем разбираюсь с истоком. Не забудьте, Картер. Ваша задача — захватить истока с помощью браслета и доставить на Землю живым. Я сделаю все, что смогу. Слушайте, может, просто пройдем через эти ворота? А, черт. Док, потом поговорим. Это че, кто? Новый тип врага. Бионикл. Так. Спрячьтесь вон там. Я помогу тебе. Они приближаются. Уже двигаются. Меняй позицию. Броня! Отвлеките этого ублюдка. Сбейте его защиту. Выходите и деритесь, ублюдки! Вот и дрон-помощник! Так. Я его хватаю! Почему я во время, блядь, стрельбы прицел не вижу? У меня так патроны быстро кончатся. Ты не понимаешь, кто ты. Окружающие тебя слепые. А вот и Глоб. Я же открою тебе истину. Толкни его! Назад! Отвлеки его внимание! Сожгите этих ублюдков! Да, очень много бафов всяких. Вот и стимуляторы! Нужна защитная сфера! Эй, осторожно! Я здесь, Шур, поднимается! Плазменное поле! Эй! Они наступают! Ебанутые! Это последний. Как это он может быть последним?
блять, мудон гвардеец, скажи мне, блять, по секрету, какого хера ты еще жив? Сейчас будет дрон-помощник! Эти твари в броне! Ну, ясен член, а не в броне. Плазменное поле, быстро! Сейчас будет плазма! Охуеть, ты куда залез, блять, я даже не знал, что туда пройти можно. Защиту, сюда! Двигаюсь! Выдвигаюсь. Готово! Блять. Освободи пленника. Ослабьте эту броню. Отвлеките его огонь. Сейчас, пока не прочухался. Чё, гвардеец, не такой уж ты гвардейский, да? А штурмовик не такой уж и штурмовой. Поднимаю! Они давят! Что будем делать? Да где они давят-то? Я не Отвлеки вижу. Отвлеки его внимание! Эй! Я здесь, придурок! Нападают с одной стороны. Это уже хорошо. А вот боеприпасы, да, боеприпасы на исходе. Ладно, вы с ними разбирайтесь пока. А я видел тут боеприпасы. Чуть мало. И еще чуть-чуть. Все нормально. Он же вас один не перебьет всех? Бля, мы таких миллион убили, но если им ничего не приказывать, мы жизни, блядь, не убьем даже одного. Вот зараза, мутон! Не вижу. У них броня! Это мы уже проходили, то есть... Защиту, сюда! Меняю позицию! Уже иду! Я на точке! Куда это он спрыгивает? Да блять, отцепись от укрытия. Так, вот теперь. Сожгите этих ублюдков! Плазменное поле! Алле-оп! Вломите его! Я его испытаю! Он вызывает подкрепление! На нас летят дроны! У меня тоже есть дроны, которые тоже. Наш типа, дрон пошел! Типа летят, но на самом деле нет, они никуда не летят. Давайте глота! Бей их! Мы давим их! Отвлеки его внимание! О! Ну давай, тупая скотина! Укрытие! Воду. Иногда надо пережить. Они наступают. Выстрел. Так. Как так вышло, нахуй? Отвлеките его огонь. Эй, я здесь, придурок. Тут нужен щит. Есть. Мне нужна помощь. Щит снят. Где тут? Мы пробили его щиты, навали! Так, давай, одна секунда. Все. Теперь отвлеките этого ублюдка! Тебе, а я решучу его как последнюю суку. Здесь все чисто. Жаль, штурмовика я ни одного не вынес. Не хочу. Не хочу к тебе. Док, вы можете заглушить этот голос? Какой голос? Голос?
Мы ничего не слышим. Может, эта мозаика пытается связаться с вами? Каким образом? И почему со мной? Интересно. Но этот вопрос может подождать. Да. Типа, наш герой избранный, все дела. Как бы. А может, нет. Может, голос просто выбрал рандомного человека из 6 миллиардов жителей на Земле. Урон, наносимый противником без щитов. Ну ладно, обойдусь. Ну что? Я думаю, пора заканчивать на самом-то деле. Как раз сохранение. Так что на этом мы и закончим. И если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и смотрите продолжение. С вами был Сет. До свидания.